Сегодня мы с Игорем отправились на обзорную точку, которая находится недалеко от места, где мы живем. На этих замечательных аппаратах, называемых человечеством велосипеды. Вот такие виды открываются с того места, где мы сейчас стоим. Это настоящие швейцарские луга и настоящие швейцарские облака. Настоящие швейцарские старые столбы. Домам, которые вы видите на ваших экранах, более 200 или даже 400 лет. Ну, в общем, все здесь хорошо, все здесь отлично. Мы отправляемся вот в эту деревню.